девочки, привет! Рада видеть вас на нашем канале «Материнство и вязание». Сегодня будем с вами вязать корзину из полиэфирного шнура. Вот такой простой смешной олень. Значит, нам понадобится полиэфирный шнур. Я использую вот такой шнур производителя «Карамель». Это пряжа «Центр», которая трикотажная пряжа «Бисквит». Свой промокод на скидку оставлю здесь и внизу под видео. Понадобится, чтобы сделать носик, как из мультфильма, да, у нас будет олень Рудольф. В общем, это пряжа акрил, там 90% акрила, 10% бамбук. Это Ализе и детская серия Бэби. Вот, это буквально там остатки были, я тоже у мамы взяла, так как у меня такого вообще не бывает. Вот, у нее прям... можно много всего найти. Вот, также понадобится немного наполнителя. У меня это обычная вата. Вот, так как у меня тоже я не делаю игрушки, не вяжу, поэтому у меня нет наполнителя. Вот, и понадобится плюшевая пряжа. Вот, еще в прошлом году я думала, что она мне вообще не нужна будет. Я вот делала варежки, носочек новогодний. Вот, и купила целый моток. В итоге все очень пригодилось. Из крючков это крючок 4,5 мм, и если из трикотажной пряжи вяжете, можно 7-8 мм крючок взять. И чтобы связать носик, 2,5 мм я возьму. И чтобы обрезать, оплавить кончики, понадобится зажигалка, ну и ножницы, в принципе. Термопистолет, если будем приклеивать на термопистолет, также можно, в принципе, все пришить. По расходу получается, что корзинка весит где-то 140 грамм, а в мотке 200 грамм, 200-210 грамм. Ну, то есть получается приблизительно больше половины мотка сюда на эту корзинку уйдет. И нужны будут еще бусинки, которые я приклеивала. Вот, так как как-то у меня такие попались, обычно я беру пришивные, которые удобно пришивать, вот глазки, вот, которые отверстия прям рядышком с друг дружкой, они хорошо пришиваются. Но так получилось, что вот последние, которые у меня остались, и они остались вот только, чтобы их можно было приклеить, в общем, бусинки. И вот в последний момент захотелось мне сделать вот такое сердечко. Я просто набрала из этой же пряжи, вот, которую показывала носик, набрала цепочку из воздушных петель, 20 воздушных петель, и замкнула их в круг. А потом здесь вот, которые иголочки, вот подколола, здесь подколола, ну, примерила, где лучше будет смотреться сердечком, а потом тоже подклеила на термопистолет. Вот, в принципе, это тоже все можно подшить, это... Я заленилась, если честно, все в последнее время все на термопистолет. Ну, тем более, я как-то вообще так не люблю шить, поэтому мне иголка с ниткой вообще трудно дается. Вот, ну, может быть, кому-то интересно будет и непонятно. Вот, поэтому вот можно тоже так сделать. Для начала мы провязываем донышко. У меня получается это 5 рядов. 1, 2, 3, 4, 5. Донышко пропариваем, но перед этим мы прячем кончик. Прячем кончик и его берем зажигалку и немножко подпаиваем. Вот, прячем, как обычно, по ближайшим. Потом отрезаем кончик, берем зажигалку. Все. Потом пропарили, дали ему высохнуть, и получается переходим к стенкам. Делаем здесь петельку поменьше, и вот здесь идет такая черточка, да, задняя перемычка от петли. Под нее вводим крючок, захватили рабочую нить, вывели, вставляем крючок в петельку, которую оставляли, захватываем рабочую нить и выводим. Теперь за заднюю часть петли захватили рабочую нить, вывели, и таким образом мы идем до соединения, вяжем за заднюю перемычку, и до соединения дошли мы уже до соединения. Теперь можно наши стеночки уже подровнять, сформировать корзину. Все, теперь будем идти вверх.
Значит, все вязание у нас будет за заднюю часть петли, да, вот за эту перемычку, черточку. Вот, значит, вводим крючок, вот за эту черточку захватываем. Захватили рабочую нить и вывели. Теперь опять захватили, сделали столбик без накида. И будет такой у нас узор верблюд, либо называют еще горизонтальные косички. Таким образом мы идем до соединения. И получается вот эта косичка, когда мы вяжем следующий ряд, она прижимается. Когда следующий будем вязать, это тоже прижмется косичка. Пока вот таким образом идем. Идем до соединения. Как мы переходим от ряда к ряду, так как мы вяжем, будем вязать по спирали, то столбика подъема мы делать не будем. Вот, получается, что мы подошли к тому месту, где переходили одна к стенкам, да, вот здесь вот видно, и также идем вязать дальше за заднюю стенку от петли, да, вот за эту перемычку захватываем и так вяжем всю корзину. Получается, высоту нам нужно провязать. Высота получается 8 сантиметров. Получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 рядов. И будем делать обвязку, чтобы нам прижать вот эту последнюю косичку. Поэтому вяжем самостоятельно корзину и встречаемся, когда будем делать обвязку. Все, подошли мы, получается, уже к обвязке. А как будем обвязывать? Также захватываем заднюю часть петли. И не делаем столбик без накида, а сразу выводим в петельку. Вот, получается, делаем такими соединительными столбиками обвязку. И сразу вывели. И у нас получается вот эта косичка, она уже начинает прижиматься. Да, потому что здесь у нас вот такой рисунок. Вот, и таким образом мы идем. Ну вот, провязываем, вот от соединения немножко здесь вот отступаем. Вот, допустим, вот отступили, и теперь можно делать рожки, да, нашему олененку, чудному простому оленю. Так, значит, мы делаем теперь столбик без накида. Сделали 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Теперь мы пропускаем вот здесь вот одну петлю, и получается вот сюда будем вводить крючок, делать столбик без накида 1, и вот сюда вот в серединку делать столбик без накида 2. Сделали, и теперь вяжем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И делаем пико. 1, 2. В середину косички 3 и 4. Теперь набираем 1, 2, 3 воздушных петли и делаем 2 пико. 1 и 2. Теперь вот захватываем в косичку вот сюда, делаем такой соединительный столбик. И здесь у нас вот идут перемычки, да, тоже задняя часть петли. Вот они, черточки, да. Мы за эти черточки делаем вот такие соединительные столбики. 1, 2. Вот эту захватим. 3. И вот эту захватим. 4. Теперь захватываем вот заднюю часть петли и делаем столбик
без накида. Раз, два, три, четыре и пять. Вот, пять провязали. И нам нужно вот опять за заднюю часть петли, вот сейчас вот вернуться. Мы вот здесь вот захватываем, вынимаем крючок, захватываем вот заднюю часть петли. И вот сюда вот проводим нашу ниточку. Вот, захватываем, делаем столбик без накида. Теперь в серединку подкладываем ниточку, второй делаем. Здесь делаем третий. Четвертый. И пятый. Теперь крючок в эту петельку протягиваем, захватываем рабочую нить и продеваем через две. Теперь находим заднюю часть петли, вот эту перемычку, и делаем соединительный столбик. Сделали. Потом при отпаривании мы немножко руками здесь прижмем. И так с изнаночной стороны выглядит. Теперь набираем воздушные петли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Теперь за заднюю перемычку делаем пико. Раз, два, и три. Вот за заднюю перемычку, да, то есть мы косичку перевернули. Сделали. Теперь 5 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять. И делаем 4 пико тоже за заднюю перемычку. Раз, два. Три, четыре. Делаем теперь соединительный столбик. Сюда в серединку вот от косички вводим крючок. Захватили, вывели. И вот таких три соединительных столбика мы еще делаем. Раз, два. И 3 в серединку косички. Теперь делаем 3 воздушных петли. Раз, два, три. Вводим крючок вот в самую первую нашу воздушную петлю и делаем столбик без накида 1. И вот сюда делаем столбик без накида 2. И вот здесь за заднюю, да, перемычку мы захватываем и делаем соединительный столбик. И таким образом дальше идем, делаем нашу обвязку. Вот. И дальше так пошли. При отпаривании мы еще все подровняем, все выровняем. Вот, получается, здесь уже вот такие вот рожки у нашего оленяшки получились. И таким образом мы идем с вами вот где начинали. Вот, получается, сразу видно, да, что у нас здесь прижалась косичка. Вот до сюда и будем прятать ниточку. Вот, получается, один столбик нам остался.
обрезаем ниточку. Выводим на лицевую часть, и нам нужно здесь спрятать будет. Спрятать можно вот за заднюю перемычку. Мы также вводим крючок, захватываем нашу ниточку и прячем вниз и по ближайшим. Вот таким образом проходим, да, как обычно мы кончики прячем. Вот. И нужно будет также подпаять, взять зажигалочку и подпаять кончик. Вот, получается, я обрезаю ниточку. Все. Значит, что нам сейчас нужно? Нам нужно отпарить нашу корзиночку, задать хорошо ей форму, рожки все поправить, все выровнять. У меня очень удобный есть крем, вот такой, вот, он прям хорошо подходит для этой корзины, так как другой баночки у меня нет. Идеально было бы, конечно, если бы она была выше, но, в принципе, и это тоже очень даже неплохо подойдет. Как только она у меня высохнет, будем дальше делать мордочку. Вот, и лобик здесь тоже поправлю, чтобы немножко прижать вот эту верхнюю косичку, рожки тоже. Теперь делаем ушко, значит, делаем закрепительный уголок, вот так вот я обычно оборачиваю палец и вывожу ниточку рабочую в серединку, потом ее захватываю и затягиваю. И вот наш узелочек. Стараемся, чтобы здесь небольшой хвостик был, чтобы нам потом вывести в корзинку удобно было и закрепить. Набираем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И теперь мы вот здесь вот, который петелька выходит, одну еще пропускаем. Вот сюда получается мы будем делать полустолбик с одним накидом. 3 на крючке. И теперь вывели. Сделали накид. 3 на крючке. Вывели. То есть сделали 2 полустолбика с одним накидом. И сюда получается мы сделаем столбик без накида. Вот таким образом. Значит, тоже можно отпарить ушко, немножко сделать, чтобы оно остренькое было, здесь расправить. Вот, получается такое ушко. Значит, теперь обрезаем ниточку, тоже немножко оставляем. Вот, чтобы нам удобно было корзинки потом. Да, немножко оплавлю, чтобы они сейчас у нас не сыпались, уголочки эти. Вот, выводим нить, и получается за эту ниточку, за эти ниточки будем крепить корзинки. Вот уже отпаренная корзиночка. Значит, смотрим, куда лучше вывести, да, где закрепить лучше ушки. Вот, буду вот сюда выводить, завожу с изнаночной стороны крючок. Захватываю, вывожу вот эту ниточку на изнаночную вовнутрь корзинки, и теперь буду захватывать вторую. Так удобнее будет делать узелок, получается, хорошо прикрепим. Значит, делаем узелок. Вот, и закрепили вот ушко. Его формируем. Вот, ушко здесь есть. И теперь, получается, вот мы отступили одну, и вот где вторая, вниз сделали. Также здесь отступили одну, и вот где вторая, будем сейчас то же самое делать. Куда-нибудь рядышком крючок вставляем, чтобы нам вывести и хорошо закрепить. Все, сделали. И делаем узелок. Вот, сделали. Сделали.
ручками разравниваем, поправляем. Так. И здесь ушко, ушко и ушко. Все, потом я эти обрезаю и также оплавляю кончики и немножко придавливаю корзинки, чтобы закрепить. Вяжем сейчас мордочку, берем плюшевую пряжу, оборачиваем, делаем нахлест, будем вязать кольцо амигуруми, заводим под первую, захватываем вторую, захватываем рабочую нить и делаем первый столбик. Но его не считаем, так как вязать будем по кругу. И вяжем всего 5 столбиков. Раз, два, 3, 4 и 5. За нить и затягиваем наше колечко. Значит, теперь вязать будем по спирали, и вот сверху у нас здесь идут косички. Сейчас вот на плюшевой пряже это плохо видно. Вот, заводим вот под первую косичку сверху и делаем 2 столбика без накида. Раз, два. И под каждую косичку делаем прибавку, то есть по 2 вяжем. 3, 4, всего должно получиться 10 столбиков. 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Теперь вяжем следующий ряд по принципу прибавка без прибавки. 2 столбика, 1, 2 столбика, 1, и у нас должно получиться 15 столбиков без накида. Сейчас у нас уже 3 и считаем. И следующий ряд мы вяжем 15 столбиков, то есть не вяжем никаких прибавок, идем одиночными столбиками и делаем 15 столбиков без накида до конца ряда. Все, довязали мордочку, теперь можно обрезать нить. Все, и вывести ее на изнаночную часть. Вот. Мордочка у нас такая готова. Значит, теперь можно подвести к друг дружке вот эти ниточки, завязать узелок и обрезать, чтобы не были длинные, не висели. И обрезать кончики. Так, все обрезали, и теперь будем вязать сам носик. Оборачиваем пальчик, выводим серединку, делаем носик красный, 2,5 крючок, захватили серединку и закрепили. Вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Связали. Теперь вот сюда вводим крючок, делаем столбик без накида. 1,
два, три, четыре, пять. Здесь получается закрепительный уголок был. Вот где пятый, вяжем еще два столбика. Всего у нас будет три столбика здесь. Еще сюда второй. И сюда же третий. Вот на эту сторону, получается, уже выводим. Так. Теперь захватываем вот, что у нас осталось, часть от петли. И идем в другую сторону. Раз. Два, три. И получается, вот здесь у нас уже один столбик был, когда мы шли в ту сторону. Один мы сейчас провязали, и третий еще провязываем. То есть здесь будет тоже три столбика. Вот. Теперь находим верхнюю косичку, вставляем крючок. Захватываем и делаем столбик без накида. Один сделали, сюда же сделаем второй. Сделали. Под две косички заводим крючок. Раз. Два. Три. И вот под следующую вводим, делаем два столбика, раз, и сюда же второй, два, под следующую косичку тоже делаем два, раз, два. И под следующую два. Раз, два. Все, теперь идем одиночными столбиками. Вот. Носик. Вот под эту косичку один. Под эту. Одиночный, и сюда уже делаем прибавки. Сюда два, раз, два. То есть примерно на уголках у нас должно по три прибавки быть. Два. И еще мы делали вот здесь вот как раз прибавку, да, два столбика. Это мы в самом начале делали. Переходим на следующий ряд. Один столбик сделали. Идем пока одиночными. Вот, и здесь уже можно сделать прибавки. То есть три прибавки делаем. Раз, два, под следующую косичку, раз, два, и под следующую косичку, раз, два. Дальше идем, делаем одиночные, и когда на закругление, будем уже делать по два столбика. То можно уже здесь сделать два столбика. Раз, два, раз, два и раз, два, три прибавки.
Все, носик готов, этого достаточно. Выводим теперь на изнаночную часть. Можно вот вы завести через одну, даже можно завести вот таким образом. И здесь ниточку также провести и сделать узелок. Можно немножко закрепить здесь, в принципе, это потом у нас все приклеится, либо можно подшить. Вот таким образом. Вот носик у нас готов. Значит, мордочку я приклеивала на пистолет, добавила туда просто ваты, так как у меня нет наполнителя, и носик, когда приклеивала, тоже чуть-чуть его набила, чуть ваты тоже добавила. Вот, и все это приклеила на термопистолет. Глазки у меня вот в этой корзинке, глазки, получается, что приклеивать их нужно было, потому что нет там отверстий для того, чтобы пришить. Вот, поэтому глазки приклеила. И чтобы удобно было это все приклеивать, да, я положила вот сюда опять баночку вот с этим кремом, чтобы удобно было и хорошо вот мне с этой поверхностью работать. Вот, в принципе, все. Корзинка наша уже готова, олень, смешной простой олень. Вот, спасибо за просмотр, до встречи в новых видео и всем пока-пока!